Сегодня мы совершим поездку до микрорайона Химик. Конечной остановки маршрута 5Б. Мне надо, чтобы побольше их ходило. Вот почему днем еще не пускают. Редко, да? Редко ходят, конечно. Нам вот с Химика автобусы платные, пенсионерам пенсия маленькая. Нам тяжело, нам надо, чтобы троллейбус ходил чаще. Мало. Может сделать чаще. Вот еще 2 троллейбуса новых пришло, то есть они вскоре станут на... Благодарность большая и мэру, и всем, кто способствует этому. И вам спасибо. Как вам новый маршрут? Мне, например, подходит. И до поликлиники подъезжаю, и назад вот прекрасно. Комфортно? Комфортно. И это замечательно. Что ж, мы начали свое путешествие от остановки Центральный рынок и движемся по направлению к остановке Химик. Расскажите, вы часто ездите на маршруте номер 5Б? Утром на работу, вечером с работы. Как комфортно устраивается? Комфортно, очень удобно. А может, знаете, вот многие жалуются, что не часто ходят. Нет. С этим нет. Мы бы хотели, чтобы чаще. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот запустили новый маршрут 5Б. Вас все устраивает, комфортно? Все устраивает, комфортно, чудово. Да. А вот, знаете, многие жалуются, что он не часто ходит. Ну, я такого не наблюдала, по крайней мере. Ну, как для людей там с ограниченными возможностями, он удобен, комфортен? Ну, я же говорю, я редко езжу, но... Очень нравится, чем маленькие вот эти вот маршруты. А может, слышали там от знакомых, как они отзываются? Ну, пенсионерам, наверное, вообще нравится, конечно. Им же и бесплатно, конечно. Надо больше маршрутов, и надо, чтобы маршрут был и до Семеновки. Да, мы желаем, чтобы до Семеновки. У меня там дача, чтобы на Семеновке, я пенсионер, был маршрут до Семеновки. Ну вот сегодня представили еще 2 новых троллейбуса, то есть, возможно, вскоре их запустят. Прекрасно, все хорошо, да, делайте. Все хорошо, мы довольны. Пусть... Да, довольны, что пустили. Конечно, довольны. Троллейбус очень довольны, особенно пенсионеры. Нас... Спасибо. Классно, мы редко ездим, но очень хорошо, очень нравится. И чтобы так оно и было. А вы знаете, многие жители жалуются, что не так часто, как хотелось бы, ходить. Ну, аж как они хотели. Людей-то мало ездит. Ну вот сегодня прибыло еще 2 троллейбуса. Вы слышали, может, об этом? То есть, возможно, теперь он станет ходить еще чаще. Да, тогда не, ну, мы довольны. Самое главное. Хоть что-то для пенсионеров бесплатно. Ваше мнение по поводу нового троллейбуса? Вас устраивает, комфортно, быстро ли добираетесь? Отлично, мы ездим теперь на троллейбусе, но не в целях экономии, а потому что здесь чисто, светло и красиво. Спасибо вам. И вам. Что ж, вот мы доехали до конечной остановки маршрута номер 5Б. Многие люди были очень благодарны за то, что теперь они могут быстро и комфортно добраться до Химика. Это заняло буквально 10 минут. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Впереди вас ждет еще много интересного.